Я думаю, что команда в целом привыкает и к темпу игры, и к скоростям. Я думаю, что пройдет время, в целом команда, мы привыкнем к этим скоростям. И надеюсь, что уже в следующей игре будет все хорошо. Старт нам не удался, мы пропустили много мячей, проиграли. И кроме как на данный момент, как в желании, у нас больше ничего не получалось. Поэтому прошу набраться терпения, постараться нас поддержать, гнать вперед. Мы знаем, что вы рядом, хотя активных фанатов сейчас нет в силу определенных причин. Поэтому мы будем стараться управлять ситуацию. И данная игра в Самаре, я надеюсь, будет неким толчком для будущих побед. Теперь мы не в коридор, а за фишками. Отыгрались, перебежали. Те, кто с оранжевых фишек, мы уже начинаем ускорение и рывок. И меняемся так. Что ты хочешь? Хочу спросить, тебя разозлило не попадание в основу в прошлом матче? Ну, по-хорошему, по-спортивному. Наверное, да. Ты готов? Передачи мне. Ты готов вернуться уже в Самаре? Ну, если поставят, да я всегда готов. Пока не знаешь? Без понятия. Я узнаю это только в раздевалке, если честно. Мне заранее не говорят. Это всегда так было? Да, всегда так было. Нога, левая нога! Подбор! Выход! Левая нога! Ближе! Хорошего! Там два, внимание, Сэм, там иди. Право, давай сюда, право, назад, Дэн. Позиция, Олег, назад, Олег. Я второй. Дэн первый. Я второй. Выше, уходящая передача. Блокируем игроков здесь. Саш, сделай. Вынос. Очень плотно сыграть в обороне, потому что они действительно неплохо играют в один в один, но идут в обруч, не боятся, то есть мы должны страховать друг друга. Богдан, я еще в прошлый раз обратил внимание, что ты единственный в команде делаешь вот эти манипуляции. Не единственный, я сейчас Саша Рязанцев еще делаю. А что это такое? Это, ну, не разминка, закачка стоп идет, расслабление их. И мышцы вот эти прорабатываются пальцев, и стопа сильнее становится. Ты каждый раз делаешь, да, после тренировок? Да, отпускает, легче становится стоп.